Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте попробуем продолжить Uncharted 4 Adventure Путь Бора. Честно признаться, пока меня не вдохновила игра. Я знаю, что от Sony эти игры очень классические, интересные. Но бывает суют прям, я не знаю, в игру суют те такие вещи, которые... Там без надобности. Это мое личное мнение. Иногда не перебарщивают с этим. Надеюсь, сейчас начнется игра. Звук как обычный, ничего не исправили. Я смотрел, пока ничего не видел, никаких патчей. Вот он, клоун. Прямо не верится. Я на свободе. Сейчас я уже на 60 прибавил звук. Ну, у вас должен быть звук нормальный, как положено. Это косяк игры. Записывает он на две колонки, нормально все пишет. Ты что, здесь не в первый раз? Нет, ну, в третий. Бывал тут по делам. С Алексом. Ну, да. Ясно. Так они бегут, даже не запыхавшись, так переводят их так по ходу. Без дохов, без аханей, бухами. Я вот в этих играх Sony вообще понять не могу. Чего вот он стал, блядь? Я что, должен, блядь, походить, поискать, что ли, крючок какой-то? Какую-то хренососень должен поискать? На мост не залезешь. Вот только сейчас он заговорил, он должен остановиться и сказать. Это косяк вообще во всех играх в этих сонинских. Догадайся сам, блядь. Вон там внизу балка. Веревку зацепишь? А ты сомневаешься? Смотри. Ну, смотрю. Че, с первого раза? Я промазал. Эх ты, веревка-то, вы видели, какая веревка у них? Новые версии сделали, блядь. Видишь? Игры, блядь. Для второй попытки. Да ничего они не сделали, ничего. Чуть прикрутили графу и все, и... И так сойдет. Че, вот прыгать надо, или чего, или сидеть, дрочить тут, спускаться вниз ли. Я вот не помню, как там спускаться, подниматься, но... Сдох, что ли? Нет! Да-да-да! Бэккакер, нет, вонючий. Сейчас не прицепится, смотрите. Нет, прицепилось. Вообще надо вон туда, да, нам? Может, вот так прыгнуть? Зацепился, пес ты вонючий. Теперь ты. Нет, ну, конечно, Tomb Raider это обалденная игрушка. Там вообще все идеально, блядь. Там нет вообще никакого геморроя, блядь. И куда теперь? Все понятно, блядь. И в одном месте, правда, я там встрял. Но все равно разобрался потом. А, вниз надо, а я наверх собрался. Блин. А как вниз-то? Я уж не помню вниз-то. Просто слазить так. Так, поехали. С первой попытки. Ладно, ладно, не задавайся. Есть. Давай, Нейт. Ты можешь спуститься и перебраться сюда. Я сейчас. Не понял я, как сейчас-то, блядь? Куда ты сейчас-то? Аяврик. Отражает, ни черта не видать его. Ну, чё ты? Чё ты замер-то, блядь? Чё он замер-то, я не пойму. Ну, вот сюда, вот, да, вот сюда. Вот. Вот дальше чуть не прилетел. Веревка у нее просто как у клоуна, блядь, шипито, блядь. Я уж нажался, залезть. Ну ладно, хоть игра пошла. Нет этой всякой хрени, этой вонючей. Тревожная музыка. Все, порядок. Смотрите, у меня там метро. Про космос и... Ох, ни хрена себе.
про страшные болезни. Новый ролик я залил. Ролик выйдет быстрее, чем это. Хорошо, если так. Так что в любой момент можете перейти, посмотреть. Столько лет в тюрьме. Больше всего скучаешь по мелочам. Хотелось бы ее пройти, но не особо ее смотрят. Она уже, видать, всем надоела. По запаху лимонов. По мотоциклам. Мелочи, но они накапливаются. Куда это можно здесь залезть вообще? Понять не могу. Зачем здесь эта веревка? Для чего вот эта штука? Выдержит. Может, куда-то зацепить? Или вниз пошли? Все ниже и ниже. Перебегаем. А что такое удерживать-то? Я не пойму. Что удерживать? А, удерживать и вниз спуститься. Ну, сейчас-то можно, наверное, разбежаться, я думаю. Вот здесь для разбега-то сделано. Все, спускайся! Эх, блядь. Чуть не рылом не клюнул. Кое-как это не делается. Раньше прыгать было не так больно. Да уж, я-то знаю. А эти твои другие находки? Те, что без меня. Хоть фотографии есть? Если бы. Елена снимала, но камера накрылась. Очень жаль. Рисунки остались. Дома потом покажу. Рисунки? На холодильнике, что ли? Нет, они хорошие. А, супер. Все, теперь надо искать где-то что-то, отметку какую-то. Дурила, чуть, блядь, не свалился нахер. Не вижу ни одной зацепки. Сказал он, блядь. Там, может быть, подсказки надо раньше сделать, блядь. Может, я тупею, блядь, здесь сижу. С подсказками не могу справиться. Может, как-то подсказки тут какие-то есть в игре, ну. Вон, подсказки включены. Чего не понял? Не свались опять туда, черт ты вонючий. Да что такое? Не лазит он по траве пойду. Ой, как я. Вон туда, может, надо залезть. Зачем тогда мы вообще вниз пробежали с ним, с дурашлёпом, кстати. Ничего он не кидает никуда. Сюда, наверное. Ага, вот. Ну, мы привыкли, нас за руку водит игра. Вот Том Райдер. Куда? Чёрт, я чуть не пропукал. Нет, ничего. Вот-вот, да вот-вот. Тупица, блядь. Вот тут нормально. Ну прыгай. Опасно. Конь уже сюда прискакал. Вы видели, какой шустрый конь, блядь? Брат его. Брательник, блядь. Сюрприз, блядь. Пришел, блядь. Сюрприз. Черт! Давай быстрее. Да. Он все равно. Я управляю или он ли сам, черт поймешь, ну. Тупица, блядь. Том Райдер, я же говорю, один в один.
Только там все просто. Потому что здесь все просто. Только. Дальше что? Опа. Конь, блядь. Эх ты, блядь! Вы видели? Чмошник, блядь, вонючий, да? Что сотворил, блядь? Но я не промажу. Чего он веревку-то с собой забрал, козел? Мимо не промахнись только. Чуть не улетела она мимо. Как подниматься-то? Эх ты! Блядь, не ту кнопку нажал. Почему он вверх-то не ползет, я не пойму. Сейчас по рукам пройдет ведь. Плохо будет, если промажешь. Это да. Плохо но будет. Ты еще раз кинешь. Плохо будет. Кому плохо-то будет? Че базарят? Как бы бредятину несут какую-то. Плохо будет, если промажешь. То есть веревка улетит и все, и с концами. Я не пойму, как подниматься-то. Почему он не поднимается, этот дурень-то у меня, блядь? И shift, и вверх, и все я делаю. Че не так-то? Ага, надо нажать. Че, нельзя было просто сделать кнопку вверх и все? А, блядь, обязательно какое-то говно надо держать. Спасибо. Что, блядь, за говнище какой-то придумывают вечные эти Sony, блядь? Переделать ничего не могут, блядь. До ума довести. Хуразен-то я играл, там, по-моему, тоже свои недоумские, блядь, да. Привычки, на. Все нормально? Сделал вверх и ползи. Почему Tomb Raider, блядь, все идеально, блядь. На все 400 миллионов. Пошли. Ладно, иди первым. Все прыгает и скачет она. Без проблем, блядь. И веревки, и хренососень вся эта там. Знаете, есть. Чем и вверх ногами, и раком, и боком, блядь. Тем же. Курить можно где душа угодно. Давно не виделись. Это уж точно. А это что за барбос-то? Вот и мой погибший братец. Виктор? Что бы я сдал? Третий этот, черт. 15 лет. Который столкнул меня, блядь, с лестницы. Рад, что ты жив. Угу. И чтобы он остался жив, нам нужен этот крест. Ну, тут есть нюанс. Что? Какой нюанс? Как идем. Обычно. Сейчас покажу. Вот, смотри. Это крест Эвери? Да, буквально только что принесли из хранилища. Они поменяли порядок. Для этого кое-кому хорошо дали на лапу. И сколько времени до начала торгов? Ну, минут 10-15. Но нам же надо его стащить. Есть небольшая проблема. 500 с лишним душ свидетелей. Ладно, ладно. Нам просто нужна диверсия. Какая? Ну, я не знаю. Че не знаю? Сигналку включите и все. Охрана увидит, что мы подбираемся к кресту. А если не увидит? Ну, ей-богу, вы прям как в тюрьме не сидели. Если хочешь что-то обтяпать, жди, когда выключит свет. Ты знаешь, где у них тут рубильник? Тут вентиляция, электричество. Ага, вот он. Такую схему вы мне сейчас дали бы, я как свинья выписал. И стащить крест. Они включат резервный генератор. У нас будет всего несколько секунд темноты. Кто-то должен стоять и ждать момент прямо рядом с крестом. Не выйдет, мы так близко не подберемся, нас заметят. Скузати, сеньоры. Вот еще. Антипасты? Нет, спасибо. Антипасты. Привет. Как дела? Чао. Думай о деле. Сдохнет ведь, не сделать дело, сдохнет. В натуре, блядь, о чем там думает-то? Охренотень какой-то, на. Это сработает. Прям вообще нищета, блядь. Как будто он вчера освободился. Значит, я иду к рубильнику. Не належался с бабой. А я официант. Ты крутой карманник. Да. Ты спускайся туда и проследи там за всем. Если увидишь что-нибудь нехорошее, сообщай. Ну, хорошо. Наивность прет из ушей у этой Сони постоянно, блядь.
Так, пошли за мной. Через подвал срежем. Надо вам в конце будет закинуть сонические игрушки, которые я проходил. Детройт я сам проходил, но стримы это несколько частей только залил, по-моему. По возможности, может, продолжить. Сейчас, наверное, записи у меня уже нет. 100 лет назад, когда это было. Я вообще правильно иду за ним или нет? Или меня сейчас отфутболят назад? Побыстрее-то никак нельзя, бежать нельзя здесь. Подвал в той стороне. Пошли. Ну что, обязательно надо вдвоем идти там отключать? Может, он один сходит без меня, а я здесь так пока потусуюсь там. Между вот этих пар... Ой, вот, вот. Это вам не ассасин. Где этот чурбан-то? Куда он делся? Тут все закрыто. Извините. О, что-то загорелось. Хорошо, что я вот пошел сюда это. Сейчас вот. А так бы ищи свищи. Почему ни стрелок, ничего нет, ни обозначений, блядь. Как будто понятно, что они не хотят за руку водить меня. Так вы сделайте нормальную игру, блядь, и водить не надо будет. Пусть он пальцем вот так покажет мне, вон туда, в ту дверь иди, блядь. И покажите мне дверь эту, я пойду. Чурбанье. Ух ты, качка. Вообще отдолбан, смотрите, отдолбан. Видел, карточка в левом заднем кармане. Ага. Сейчас. Стоп, стоп. Ты в этом уверен? Все-таки полно народу. Плевать, он за попку его возьмет и все. Ладно. Смелее, чувак. Какую кнопку ты нажимаю я кнопку-то, че толку-то? Боковая кнопка. Да что ж ты, блядь, за мерзота такая? Ой, у меня, наверное, кнопки поменялись, поэтому он это не понимает. Ну, как она не понимает? Должна понять. А, вот правая кнопка. Где же правая-то написана? Боковая нарисована у меня. Какая же она правая-то? А может, боковую потом нажать? Нет. Вообще не щупает его заседалище. Вперед. Давай бери уже быстрее, говно ты эту. А, надо навести, вон как. Свет надо навести, свет. Откуда этот свет? Фонарик, что ли, какой-то, блядь, волшебный? То есть еще надо было кнопку нажать. То есть мало того, что навести, и еще в конце, в самом, блядь, кто бы об этом знал, что надо еще и кнопку нажать. В очко ему, блядь, залезть конкретно прямо. Кто придумает эту дрянь, а? Тут, наверное, так специально было задумано, что не взять. Пока приняюсь. А может, лучше давай по старинке? Я отвлекаю, а ты уходишь. Ого, чурбан какой-то. Вы видели там? Зашустрил там. На заднем плане какой-то чародей, блядь. Где этот хренасос-то? Че он там по старинке? Че там по старинке-то? Ни хрена не слыхать. Че он там базарит они? Ну все, я потерялся, чё там бурчал? Где этот урод-то, блин? Клоун-то этот, где он?
Может, просто по морде дать вот этому ублюдку и все. Там что-то пишут, у меня вообще не слыхать. Вообще ни слова не слыхать. Что-то пишут, но... Куда парбос-то этот делся, я не пойму. У меня один раз была возможность утащить у него, и все. Вот это он или нет? Где его на... Вот он, козлина, блядь. Стоит мерзавец. Я говорю, здесь специально так было сделано, нельзя взять на... У него было. А может, можно было в самом начале, когда это... Вот эта кнопка, блядь, загорелась. На... Я даже не среагировал на нее, не успел. Сомневался. Бля, хоть ускорение их шага бы сделали. Вот как надо растягивать игру, блядь. Ходьбой вот этой вонючей. Люблю смотреть, как работает профи. Так. И все. Ладно, была не была. Это нам понадобится. Хорошо. Я думал, пули он дал. Больше удачи. Похоже на пулю было. Будем на связи. Зачем мне вот это вот показывать? Вот мне кто-то может объяснить? Вот эти любители Sony, блядь. Вот объясните мне, чё, блядь, зачем мне говно это показывать? Чёрт этого, как он ходит. Привет, Виктор. Привет, Надин. Приятная встреча. Только теперь я. Она там не могла подойти около двери. Ну, повезло мне, что пушки у тебя нет. Тебя без формы прямо не узнать. Ну, сам понимаешь. Иногда нужно соответствовать дресс-коду мероприятия. Неплохо выглядишь, кстати. Спасибо, ты тоже. Чувствую себя не на месте. Ой, блин. Как же приятно наконец поговорить с кем-то по-английски. Хотя ты же американец. Ну, тут все претензии. Из Воронежа. Я шла в бар. Тебе взять что-нибудь? Да, виски со льдом. Хорошо. Нейт, ты это слышал? Слышал. Некая дама пытается тебя угостить. Слышу. Причем не кто-нибудь, а Надин Росс. Надин Росс? Не та, у которой армия наемников. Морской патруль. Боевой патруль. А, ну да. У вас была стычка? С ним еще свяжись. Мягко говоря, да. Но, к счастью, зла она на меня не держит. Все, я готов. Пока что. Салли, мы готовы. Ты там осторожней, ладно? Попробую. Готов? Да, пошли. Наконец-то. Где тусуются официанты? Давай выманим одного из кухни. Ну, пошли искать кухню. О, да тут еды на целую деревню хватит. Столько геморроя, блядь, свет выключить. Матерь божья, блядь. Что, нельзя где-то перерезать провода, блядь? Подходящие, блядь. Щипцы, наверное, быстрее бы можно было найти, чем вот этот геморрой весь тут, но... Шоблы целые, блядь, валить, но... Ну что, верить в официантов. Через всю эту шоблу надо пройти, когда на улице есть провода идут, которые можно перерезать, блядь. Щит, блядь, есть. Специальный на улице. Для этих дел, блядь. Ну и чего, вот я посмотрел. Чего я посмотрел туда? Он меня ждет давным-давно, а я тут все зырю. А это еще что? Схема тут решила. Началось, блядь. Сейчас замки начнем взламывать. Да отцепись ты! Тут вентиляция. Нейт, подойди-ка. Глюк у меня произошел. Память я прибавил 3600, наверное, за память. В прошлый раз я заливал нормально. Надо умарить 3500 поставил. 560, 33. Хотя метро я заливал, это капризная игрушка, и все равно она продержалась дольше. Бегать не надо.
тоже там хапнул я в самом конце. Через 50 минут, 40 минут. Так что надо память сбавить. Поставить на 50. Ой, на 3500. Ну чё, мужичьё, блядь, ё, опять начались, блядь. Вот, блядь, они сами усложняют себе жизнь. Какую-то бестолковость показывают. Ну. Бестолковость, блядь. Какой-то хренату они должны там отключить какой-то рубильник, блядь. Я не пойму, что это, нельзя щипцы какие-то найти, перестрельнуть, топор взять, вынуть, блядь, этот, из этой хренотени, блядь. Перерубить провода электрические одному из трех. Где мы шарохаемся, черт её знает, блядь. Ищи свищи, что искать, блядь, не пойму. Я ищу кружочек этот, ну. Куда идти-то, блядь? Опять он этот клоун, блядь, там с фонариком с этим вонючим, да. Где проход-то здесь? Я вот третью часть заливаю, я не могу в этой игре тронуться с места, блядь. Начать какие-то раскопки, поиски или и так далее. Я ничего не могу. Третья часть, я, блядь, сопли жую в третью часть. Почти, блядь, третий час. Я не могу ничего сделать, блядь. Просто какой-то идет высер. Я не знаю, чем это хвалили игру. Я понятия не могу, понять не могу, в чем она хороша. Не могу понять. Ничего хорошего в этой игре я не вижу, да. Ну, убрал он эту бочку, я здесь к ней подходил. Дальше что? Тупик. Музыка надрывается, ни хрена не слыхать. Перевод отвратительный, блядь. Не то, что в плане перевода, а ничего не слышно, блядь. Блядь, назад прибежал. Твою медь, а? Ну, мерзость-то, блядь, какая, а? Вот эту бочку он отодвинул туда, вот, походу. Еще, может, двинуть надо? Может, ее наоборот надо? Сюда вот до конца, чтобы там пройти вокруг. Чего они ищут? Клад они ищут? Или, блядь, щиток приборов, блядь, который нужно отключить? Чего можно здесь искать, блядь, на этой помойке, блядь? Отцепись! У меня запись-то вообще идет, но там. Я уж 10 раз включал, переключал, вылетел у меня нахер. О, перелез. Тупорез, блядь. Ладно, хоть это веселит. Тупость тихо, блядь. Давай найдем, на что забраться. В чем заключается игра-то, блядь? Я не пойму, чего они сейчас ищут здесь? Чего они ищут здесь, в этой вот сейчас, вот в данный момент? Вот зачем я занимаюсь всей этой мерзостью, когда надо было к щитку подойти, блядь, и вырубить, черт твоей матери, блядь, пробки выкрутить, ну. Они что здесь, щиток спрятали, что ли, блядь, где-то там? За бочками, блядь. Где этот барбос, ну? Ты светить-то будешь, вон, блядь. Ну да, я сам. Овощи, какая овощи. Я держу зажигалку. Ну, здорово. Ну что, это типа приколы такие, что ли? Я, давай помоги, я зажигалку где-то. Два олигофрена, блядь. Три, ёпта. Нет, тот-то не дурак, блядь. Тот с лестниц как меня сбросил на первый раз, блядь. По помойкам каким-то лазить. Там аукцион идет вовсю, блядь. Или
Не начался он, что ли, блядь? Все, я встрял, на, я не пойму, куда идти, на. Дурак этот мне в жопу встал. Надо заканчивать с этой игрой. Я хотел ее пройти, но я думаю, что у меня терпения не хватит на это олигофенство, блядь. Высер какой-то, блядь. Но у меня и были вещи, раздражали. Хуразин. Горизонт этот вонючий, на. Ну, там вообще плевый. Как обычно, игра раздражает иногда, блядь, в некоторых моментах. Потом этот Детройт, там тоже есть свои минусы, на. Тележки там таскать этого черта, на. Ну, все равно, там игрушка-то замечательная. Но это Uncharted, это высер какой-то, блядь. Я не вижу здесь игры, блядь. Событий, я не вижу событий, то есть именно событий. Зачем они здесь лазят, я вообще понять не могу. Для чего, блядь? Свет отключить, блядь? Значит, они дебилы, блядь. Они еще собираются что-то какую-то хренотень, блядь, отыскать там, сокровища. Они же тупые, блядь, до омерзения, блядь. Они, блядь, во фраках своих сраных прошли по улице, блядь, и сделали все, что им надо. Войти нельзя, но выйти-то по-любому можно. Провода обрубить, на. Ну, вот на улицу мы вышли, вот видите. Они через дверь не могли выйти, блядь, на улицу, через ворота, блядь. Обыкновенную дверь на выход. Посмотри, видишь здание с радиовышкой? Сотовой вышкой. Чего? Да не важно. Рубильник там. Да. Как бы туда пробраться? То есть герои сами себе усложняют жизнь, блядь. Реально усложняют жизнь. Вот, опять ищи, блядь, когда там это загорит. Почему этот кружок сразу не горит, блядь? А я вам скажу, почему. Все это делается специально для затягивания игры. Эту игру, блядь, за 2 часа можно пройти. Если вырезать все это обормотское говно, блядь. Тупость всю иху, блядь. Игры, блядь, с пистолетами, стрельбой, блядь, с этой игрушечным. Все это говно, блядь. Прошли винный погреб, идем к рубильнику. Как там дела? Стали? Слышишь? Может, сигнал слабый. Надеюсь, у него все в порядке. Бинго. Нашел кухню. Ну, вот 45 минут я вожусь, блядь. Все, ладно, давайте на этом закончим. Что-то как вылеты какие-то пошли. Надо разгон убрать, а то так и будет вылетать. Всего доброго, берегите себя. До новых встреч. Продолжаем, короче. Тут у меня вылетело. Ну, из-за памяти я прибавил. Вы тут пропустили пару минут, ну. Ничего пока в игре не происходит. Никто ничего не пропустил. Можно вообще эти части было не заливать. Событий никаких я не вижу. Ничего не развивается. Просто мышиная возня, блядь, на месте. Ну. Какая-то мерзопакостная дрянь, блядь. Постоянно все говно всякое нужно искать, блядь. Всякую хренотень, блядь, искать. Чего они тут ищут, блядь, не могу понять, ну. Электричество не могут отключить. У них не хватает мозгов. Ну. Так, куда мне идти-то? Здесь я перелез, да? Вот туда надо идти. Я это понял. Как туда пробраться, блин? Опять какую-то фишку надо искать, где-то, где залезть. Какие-то решетки тут. Где-то. Вон метка появилась. Я это понял. Я иду к генератору. Буду скоро. Вроде. Идет он к генератору. Как ты идешь к генератору-то? Я вот не иду ни хрена. Вон туда, что ли, на ту крышу?
здесь нельзя прыгнуть. Нет, сюда лезть. Это вот так прям лезть. Два раза дали пострелять, блядь, за три часа, блядь. Мерзавец, блядь. Сейчас здесь, блядь, канаёбицы будут полдня, блядь. Мерзавцы, блядь, вонючие. И вам это сошло с рук? О, нет, не сошло. Все участники сели на губу на целый месяц. Надо, говорит, электричество отключить. И все, мы час будем сейчас дрочить, пока электричество отключим. Кто-то знакомый? Нет, просто показалось. А когда ты познакомишь меня с партнером? Как его? Дрейк? Ну, он бывший партнер. Mm. Я уже давно работаю в одиночку. Дрейк отошел. Сигару подожди, он тебя не дымит. То есть, в мир иной? Да нет, просто отдел. Mm. Вроде как остепенился, семью завел. Ну, то есть, все равно, что умер, правда? Виктор Салливан, как дела? Рэйф. Давно мы не виделись. Лет 10-12. 15. С ума сойти. Столько лет прошло, а мы все там же гоняемся за барахлишком всяких мертвецов. Да ладно. Вообще какой-то сопляк, ну. У тебя же вроде отцовская 15 компания. Лет, что ему было-то? Уже моя компания. То работа, а это хобби. Неплохая у тебя работа. Ты наверняка можешь купить все, что тут сегодня выставлено. Конечно. Но какой в этом интерес? Меня интересует только нечто редкое, уникальное. Может, да мы поняли, что ты хочешь взять. Чтобы он увел у меня все из-под носа. Но если между нами, я заметил, что порядок лотов сменили. В общем, чую я, что кто-то что-то мутит. Не забывайте, где мы. Здесь все живут мутными делишками. 5 штук отдать, вот, блядь, за такую игру. Я не знаю, это так надо идиотом, блядь. Кто тебя прикроет. Ну, не хочется тебя расстраивать, но ты работаешь на американца. Вместе. Мы работаем с ним вместе. Вот как? Ну что ж, вы друг друга стоите. Через минуту мы начнем торги по следующему лоту. Инкрустированная распятие... Подождите, сейчас этот олигофрен, блядь, залезет там. Приятного вечера, ребята. А ну стой, Салли. Этот с подносом бегает. Зачем он? Он должен помогать ему. Зачем они вместе пошли? Он с подносом бегает. Для чего? Тоже понять не могу. Один, боюсь, последний коктейль был для него лишним. А ну-ка повежливей, старик. Уж не знаю, как ты сюда пролез, но если ты только попытаешься купить крест Эвери, то этот зал ты покинешь вперед Рейф. Ногами. Ну, ты ведь меня понял. Рад был вас видеть. Нейт. Нейт. Да что в тебя, куда ты пропал? Да он лежит в лёжку там, блядь, а этот с подносом бегает. Блядь, каких-то дурашлёпов показывает. Идиотов, блядь, дебилов, на. Жизни не научившийся ничему, блядь. Я справлюсь. Ты сам-то знаешь, куда ты вообще лезешь-то, блядь? Потёмки, ни фонарика, ничего нет у него, блядь. Куда он залез-то? Вот сюда, вот через это окошко я залез, да? Надо мной эта дрянь. Сдохни, блядь, мерзавец. Надо было левее, наверное, взять, да? Туда вот, перепрыгнул, на ту сторону. Вот так вот. Да куда ты, блядь, в стенку-то летишь? Лучше б я вызвался в официанты. Блять, 2 часа лазить, нахуй. Блять, игры делает, сука, эх, мерзость, блять. Какому дураку, блять, это говно, блять, пришло, нахуй. Плавание это было ерунда по сравнению с этой дрянью, блять, со всей, нахуй. Как тебя перевернуть, мужик, нахуй? Расскажи мне, блять, как тебя перевернуть?
Ага, вот все перевернул эти. Мы в скалолаза, что ли, какого-то играем, блядь, я не пойму, ну. Где экшен-то, блядь, весь? Где игра-то вся? Что это за мусор, блядь? Сейчас же залез, да не в то окно, а вообще наверх надо. Ларка, по-моему, там лазит немного, но не настолько, блядь. Диверсии не могут сделать. Что это, блядь, за идиоты такие, блядь? Сейчас чего обнаружат здесь, блядь? Еще я не удивлюсь, что арестуют. Потом мы будем тут выбиваться из плена. Сраный крест какой-то не можем мы нарыть, блядь. Какие-то охранники здесь везде ходят. Здесь должен быть электронный замок и все. Зачем тут вообще какая-то охрана, блядь? Спускайся, как тебя спустить-то вниз-то, блядь? Как снизу-то его спустить? Я уже забыл. А, вот эта кнопка. У меня кнопки перепутаны. Я это делал как бы. Вот так. Мышку. Где этот чертов рубильник? Вот зараза. Сэм, Салли, слышите? Да это где тебя черти носят? Я дошел. Мы не закончим здесь, по-моему, блядь. Рубить свет. И это не прекратится, блядь. Минуту, еще бы добраться до рубильника. Нет у нас минуты. Рейв сейчас купит ваш крест. Что? Рейв? Да и пес с ним, блядь. Возьмем его нахуй. Рейв, блядь. Пока предлагает самую высокую ставку. А этот дурак зачем здесь ходит? Да, чем? У меня нет. Зачем он переоделся официантом и пошел официантом ходить? Не почует. Если он с ним на пару побежал. Если мы сейчас упустим крест, я считай покойник. Он официанта вырубил, вы не видели, тут у меня зависло, блядь. Салли, в этом месте пришлось. Время. Промоталось это место. Верь мне. 90 раз. Когда он лестницу опускал, официант вышел, он ему по морде дал, оделся у него. Ставка 100 тысяч евро. Грация. Господа, будут еще ставки? Нет, не закончится. Итак, это, по-моему, нудятина. Это... Ну, терять-то уже нечего. Новая ставка. Спокойно. Скоро все закончится. Да уж, надеюсь. Сейчас будем искать, блядь, следующую точку. Нужно разбить замок. Цена достигла 100 тысяч. По помойкам сейчас будем лазить искать, блядь. Ничего. Вы видели, сколько там мест? И учиться не надо, блядь. Один раз посмотрел, как затянуть в игре время, блядь. И все. Я сейчас ролики там заливаю. Про космос, про болезни. Специально короткие ролики сделают. Людей заинтересует, посмотрит в интернете. Че затягивать-то там? На 40 минут. Он там про космос. По 40 минут. Все то же самое я за 5 минут объясняю. Они 40 минут растягивают. Конечно, там спецэффекты, все дела, что там, говорить нечего. Все, я у рубильника. Они готовы? Деньги делают, а я бесплатно все делаю. Виктор? Одну секунду. Денег. Ставка сеньора 200 тысяч евро. 500 тысяч евро. Пора уже с этим завязывать. Грации. Новая ставка 500 тысяч евро. Джентльмен, желает продолжить? А я уж думал, придется тебя убить. Даже занервничал. Ну ладно, смешно устроим этому хлыщу. Еще ставки? За эти слова, блядь, арестуют нахрен. 500 тысяч. Выведут прям с этого сразу, с торгов. Пускай отпустят его через какое-то время, но с торгов точно выведут охрану. Или он у себя дома, ну? Сам у себя, что ли? Пропустите, с дороги! Держи его! Эй, остановите его! Что вы делаете? Он же уйдет! Вы говорите по Парищи. Ладно. Наконец-то охранники появились. Какой-то сосунок, блядь. Сэм, крест у тебя? Святой Дисмос тут. Хочешь поболтать? Мы разбудили осиное гнездо. Зал заперт, охранники бегают. Виктор, где наша тачка? На дороге перед входом. Иди на свет фар. Я подгоню машину.
Ну где свет фар? Куда? Вниз или наверх? Куда идти-то, блядь, вообще? Каждый раз я ищу. Каждый раз хрен поймешь, куда идти, блядь. Каждый раз. Тыкаться во все углы, блядь. Он пошел наверх, да? Ролик-то был. Наверх пошел? Наверное, все-таки наверх. Или я уже успел развернуться? Прыгай куда-нибудь, блядь. Вон козел какой-то смотрит. Да что ты, блядь? Че не так-то, блядь? Давай далее, нахуй. Прыгай куда-нибудь. Господи, боже мой. Сидит на жопе и все. Тут он разобьется, наверное. Урод-то. Он у меня уже сколько раз ботался, блядь. Прыгай здесь. Как вниз-то, блядь? А, у меня верхняя кнопка. С 3 метров, блядь, разбился. Зимагор, блядь, бестолковый. А, вон тут же фишки-то, блядь. Закончились. Фишки закончились, блядь. Туземец. А ну, наверное, через этих надо идти. Он туда не поворачивает, не хочет. Может вообще подняться? Почему они его ищут? Я понять не могу. С какой стати его ищут, блядь? То, что он свет там вырубил, ну, у них. Зимогоры, блядь. Он уже от этого места черт знает где, блядь. Они его тут ищут. Они также могли бы сейчас рубильник включить. Вот этого можно обесчистить? Все, ушел. Пошел погулять. Кнопки меня перепутали. Вот что. Блядь. Мерзавец. Опять что-то. Сдамится. Здесь разобьется он? Наверное, разобьется опять. Желчь подритузная. Вон туда прыгай. Вон туда, вон туда. Надо ползти. Стелл, блядь. Бля, он разобьется здесь. Я не смогу здесь прыгнуть, мне кажется. Ну-ну-ну, давай. Пошел. Давай туда седалище заноси свое. Надоело тут копошиться, блядь. Лестница где-то была, я вроде видел, нет? Подсказка. Наверх. Блядь, я вниз спускаюсь, они мне наверх показывают. Вам не кажется, что здесь эти подсказки, блядь, по-моему, чересчур опаздывают, ну? Барабаны какие-то бьют. Выбивает желчь из меня, блядь. Я специально прыгнул, думал зацепиться за карниз. Оказывается, там не карниз, ни хрена. Какая-то хренососень. А вот сейчас тут карниз. Куда прямо нельзя? Куда, я не могу понять. Куда именно нельзя, блядь? Вот сюда нельзя, что ли, блядь? Прямо-то куда? Блядь, зачем я сел в этот высер играть, блядь, не знаю. Я не могу нигде спуститься. Нигде не могу спуститься, блядь. Везде он дохнет, блядь. Везде залазит, а слезть не может нигде. Наверх показывает. Куда наверх-то? Я не пойму. Ладно, зря мы не взяли пушки.
Я только оттуда слез, блядь, наверх лезть. Вон оттуда я только спустился, блядь. Я здесь подняться не могу, тоже нигде. Где я лазю, черт её знает. Вот туда мне что ли надо? Куда надо-то мне? Я понять не могу. Здесь какая-то просто жопа, блядь, с этой хернёй, блядь. Кого, блядь, впечатляет? Может, она просто старая игра такая, что она не воет за руку, что... Тогда, ну, надо было прикрутить, ёпт, для чего вы делаете? Для PC-то, блядь. У нас таких извращенцев нет на PC. Я, по-моему, правильно иду. Мне так кажется. Какой кнопкой-то бить его? Да что ты... Второй день. Второй, кажется. Я иду. Сейчас заберусь только повыше. Ладно, до скорого. Ну как повыше-то, если нам вниз надо? Или наоборот, нам дорога наверху? Ну куда? Вот чувствуется, наверное, туда надо наверх залазить. Вон там дорога, блядь, наверное. Но они не дают мне здесь залезть, не дадут. Тут вон светят они фонарем своим вонючим. Давай, прыгай быстрее, жлоб. Все, застрял, блядь. Наконец-то заставка, господи ты, боже мой. В лицо меня никто не разглядел. Я сейчас просто спокойно выйду, и все. Угу. Ты веришь в эту хренотень? Спокойно ты выйдешь, знаешь? Ты мог бы так же и выйти спокойно... А знаешь, тебе ведь... В костюме. А вам тоже. Давайте так, не будем никому рассказывать. Мне от тебя кое-что нужно. И ты мне это дашь. Опять, ёпта, все всё просят. Правда? Все. Что ж, я... Они решили это богатство разделить на 20 человек. Во время игры тут появится еще халявчиков, блядь. Как грязи. Давай-ка без этих шуточек. Тигрица, блядь. Где распятие? Дамочка... Повезло вам, Стэджин. Она что собралась, вам... бить его или трахать его? Ты бы что? Ладно, ладно. Женщин бить нельзя, тем более чернокожих. Вы меня вынудили. Хватит болтать. Ну, Натан Дрейк? Ну что, мне надо кнопки менять, ребята. Ну, что, я сейчас не смогу тут ничего сделать. Я даже не знаю, какие тут кнопки у него чего. Ну, я не тебе поседалище, тупорец, ты, блядь, ебать, сука. Ну, все, одно и то же будет сейчас. Один и тот же момент. Кстати, я не знаю, здесь мне даже не показали, какими кнопками драться. По крайней мере, я этого не помню. Но. Давай договориться, блядь, все равно она не отвяжется, но. Место в музее. Слушайте, я ж только с самолета. Может, ничего бьем? Кобылу, блядь, хлыщет, блядь, ёб. Даже не хочется противиться, блядь. Тебе хочется хватит? Посмотреть, как она его отмудохает. Или будешь продолжать умничать? Знаете, я вообще всю жизнь с успехом умничал. Зачем бросать? Ублюдок, блядь. Так, стоп. Тупорец. В заднем кармане. Где оно? Наверное, в других штанах.
Не трать мое время. Чмошник, блядь. Вся команда тут чмыри, блядь. Каких-нибудь. Так, стоп, стоп. В заднем кармане. Где он? Ну чё я... Вот здесь. Я нажимал в прошлый раз, у меня чё-то не... Борис, блядь. Эх, блядь, барбос, ну. Истолковый, блядь. Вы куда провалили? Девки его мочут, блядь, падает он везде, наебится постоянно, блядь. Эти, блядь. Меня поразило то, что этот ублюдок, блядь, пошел в официанта переоделся, чтобы украсть эту херню, я так понял. А этот черт не мог украсть. Зачем он тогда с ним пошел сюда свет выключать? Я вот это понять не могу. Если он должен остаться красть эту дрянь, зачем он вообще пошел, блядь, с ним вместе? Как будто вот тут как кто-то испугается вот этого говна, блядь. Он у меня уже 25 раз падал, блядь, еще бы 25 раз свалился бы, я бы даже и не... Куда идти-то, блядь? Все, говно все собрал, вот. Нет, я чувствую в этой части, я не смогу отсюда выбраться, ребята, поэтому, думаю, надо заканчивать. Бесполезно тут, я час уже дрочу, и никаких событий не произошло. Как вот так можно поймать? Вот, вот они тут серьезную игру делают, блядь. Прям серьезнейшая игра и какую-то херню показывают, блядь. А реализм у них прям зашкаливает в этой игре, вы что? Кусок говна, блядь. Четвертая часть, наверное, первая часть, наверное, идеальные были, а это кусок говна сделано. Понял. Пистолет-то, может, уберешь за пазуху? Или ты так, прям так будешь цепляться с ним вместе, блядь? Ну, в чем дело? Я вот иногда не могу понять, почему не сразу срабатывает эта дресня, блядь. Можно здесь упасть? Нет? А? Пробуем? Мозги-то вышибет себе сейчас. Где Эст у меня? Ты говорил, он заперт. Ну, теперь они знают, что это вы, и всех вывели. Значит, Зал, ты понял, Нэй? Да, понял. Ну, чё, причесать может их? Чё я тут с ним буду возиться-то, блядь? С рыками-то с этим. Чё себе башку, блядь, как он убрал быстро. Шустрый парень, блядь. Вот этот, по-моему, ещё шустрее, блядь. Да куда ты, блядь, опять полез-то? Ёб вашу мать! С крыши только спрыгает он, что ли? Давайте с крыши прыгнем, блядь. Куда плевать? Почему-то мне кажется, что мне надо туда идти. Вообще, мне кажется, надо бы здесь подсказку мне, блядь, показать. Куда мне идти, блядь? Какое место? Я каждый раз здесь, блядь, как свинья в апельсинах. Я не знаю, что за игра, блядь. Постоянно надо что-то, блядь, где-то искать. Какую-то херню, куда идти, блядь. Но после Лары Крофт это кусок говна, блядь. Блядь, сейчас пизданется, но. Показки, подсказки через час, блядь, через час. Ну как он туда не может забраться, этот дурень, блядь? И мне кажется, уже стрелка каждый раз наверх она показывает. Каждый раз наверх. Может, я что-то недопонимаю, блядь? Почему она каждый раз показывает наверх? Вот я здесь был, лазил я. Куда наверх-то? Первый знает, куда идти. Черт её знает, блядь. Ничего не понятно. Какая-то мерзость, блядь. Теперь я вниз пошел, блядь. А мне надо наверх. Наверное.
Ну давай кого-нибудь поймай тут, на. Четвертая часть. Четвертая, ребята, четвертая часть. Они, сука, четвертую часть сделали и до сих пор до ума не довели, блядь. Мерзость эту, блядь. Ходишь как дурак, блядь, шарохаешь всю игру, как, блядь, кошка слепая, ёпты. Мне нахуй этот реализм не нужен, блядь, ихний. Как-то он у меня присаживается, этот турик, дурик-то, блядь. А, вот. У меня кнопки, блядь, перепутанные, блядь. Будто присяжку, блядь, я его. Вот этот мерзавец, блядь, никак не дается. Суки, блядь, буки, блядь, вонючие, блядь. Сейчас разобьется, блядь, нет. Да что ты, блядь? Дерись ты! Я еще не сдох. Подождите, бля, я вас без штанов, блядь, без трусов оставлю, бля. Меня просто так не возьмешь. Он не собирает патроны сам. Ну, куда вот идти? Я вообще... Мало того, что я как свинья в апельсинах, я не могу понять тут, куда, чего, блядь. Что тут происходит, блядь? Наверх надо идти или вниз? Вообще, по сути, машина какая-то его ждет где-то, блядь. Но почему мне стрелка показывает наверх, блядь, идти? Ладно, я почти в бальном зале. Никаких лестниц тут нету, блядь. Ничего тут нет, ни хрена, блядь. Где спускаться? Как люди здесь ходят через эти все балконы, блядь? Ну, просто мерзота, блядь. Мерзота просто, блядь. Я не знаю, на следующую часть, наверное, мне сил не хватит, блядь, играть. Наверное. Это что это, блядь? Я все время в поисках, блядь. Постоянно, сука, в поисках, блядь. Куда идти, блядь? Посмотрите, блядь, куда я заперся, но. Какая-то вагонетка, что она делает? Сюда, может, надо? Сейчас сшибу тут. Вон точно какая-то лестница. Вот здесь, наверное, надо спуститься вниз. А, блядь, сюда же и спустился я, блядь. Да все, нахуй. Прыгай, блядь, туда, блядь. Вниз, сука. Прыгай, пидораст, ебаный, блядь. Надоел ты мне. Все, давайте на этом закончим. Спасибо за внимание, я просто уже усрался ходить кругами. Это не игра, а какой-то высер.